Чтобы записаться на симпозиум Implantology 2017, нажмите на ссылку под этим видео. Мегастом приглашает вас на 13-й международный имплантологический симпозиум Implantology 2017 17-18 ноября в деловом центре Москва-Сити. К нам всегда приезжает очень много городов, начиная там от Рязани до Владивостока и даже до самой Камчатки и Находки. Примерно где-то 200-250 человек с различных буквально регионов нашей России. Приезжают из Владивостока, из Красноярска, из Саратова, из Самары, Сургута, Ханты-Мансийска, ну то есть практически все регионы. Интересно бывает, обычно если люди приедут на один, на два симпозиума, потом, как правило, они уже приезжают на все симпозиумы, потому что они знают, что они здесь получат много нового. У нас доктора из-за рубежа приезжают. Всего будет у нас участвовать 8 докладчиков. В первый день это иностранцы. Один докладчик из Австрии, один из Греции. Очень интересные докладчики с большим количеством материала и научного, и практического. И во второй день будет полностью занят докладчиками из России. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.